Привет, друзья! Сейчас покажу вам супер-супер новые технологии в мире китайских электробайков. В общем, теперь байки пошли уже с возможностью ECHI Exchange, называется. Сейчас покажу вам. Внимание. В общем, на байках есть такая маркировка, называется ECHI Huandian. В общем, байки, в чем фишка? В общем, купили вы себе такой чудо-аппарат. Едете по дороге, и вдруг у вас заканчивается батарея. Но вам реально, вы уже очень ленивый, и вам просто, ну, как бы не хочется ехать домой и заряжать его, понимаете? Что вы можете делать? Что придумали китайцы? Вы берете, достаете свою батарею из этого байка, и подходите к вот такому аппарату, сейчас я вам покажу. По району их есть 6 аппаратов. Сканируете QR-код на этом аппарате. Вводите QR-код. Открывается отсек. Вы засовываете свою батарею и оставляете там. Открывается вторая батарея, второй отсек, и вы берете новую. Вставляете свой мопед и едете. И так вы можете делать хоть 1000 раз в день. И этот аппарат позволяет полностью, он, видите, заряжает, показывает. Вот что это пустая, например. Это заряжено на 100%. Эта батарея неисправная. Вы оставляете батареи и всегда берете новые. И абсолютно не тратите никаких денег, ничего на ремонт, на зарядку и на прочие дела. В общем, вот такая вот новая технология, ребят. И сейчас выпустили несколько моделей с этой маркировкой. Вот я вам один показал, и вот второй. И вот второй, видите, тоже ECHI Huandian. Вот такая вот она, ребят, жизнь китайская. Вот смотрите, чувак приехал менять батарею, разрядилась. Ну не хочет он заряжать сам. Подходит к аппарату, вводит свой номер. Ну это вам вообще повезло, еще застать человека. Открывается отсек. Оп. Вставил. Оценка ситуации. Раз. Сейчас оно загружает. Оп. Открывается новый. Он взял и поехал. Технологии, в общем, просто нереальные, ребят. А вы-то думали? Что, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. В общем, как вы видите, мир не стоит на месте, все развивается. В наших странах пока, конечно, не такими темпами, но, надеюсь, и до нас прогресс скоро дойдет. А китайцы, конечно, здесь трудятся, поте лица. Всем пока, до скорых встреч!